Бестселлер телеканала Шоп-н-Шоу. Доступная цена и все, что вы видите на экране, вы получаете по цене меньше 5000 рублей. А что мы видим на экране, мы сейчас назовем. Да, друзья, итак, самая большая кастрюля объемом 5,8 литров. Нужна для приготовления любимых компотов, напитков, морсов или супа для большой компании или семьи. Следующая кастрюля объемом 3,4 литра. Отлично подходит для приготовления гарниров, овощей и всего чего угодно. Еще одна кастрюля объемом 2,5 литра подходит для приготовления самых наших любимых блюд. Я ее называю, знаешь, кастрюля для завтраков. Я люблю в них готовить кашу. Так. Следующее, это ковш объемом 1,9 литра, ага, в который я на самом деле люблю готовить соусы. На профессиональных кухнях все эти ковши специально используются для приготовления соуса или блюд в небольшом количестве. Так, еще... Кастрюля также еще объемом 1,9 литров. Кстати, отличная кастрюля для завтраков или просто сварить любимым детям сосиски на завтрак тоже отлично подходит. Но, друзья, главный герой нашего сегодняшнего дня – это сотейник. И не просто сотейник, друзья, а три в одном. Это и сотейник, и сковорода, и даже форма для выпечки или запекания. И это не все его достоинства. Он еще у нас, друзья, с антипригарным мраморным покрытием. Только представьте, сколько у него достоинств. Не, ну когда ты говоришь форма для выпечки, мне сразу жалко становится. Здесь же ручки, они красивые, они серебряные. Ничего ли с ними не произойдет? Прям даже боязно смотреть на это. Да, Оль, ничего с ним не произойдет, не переживай. И я тебе так скажу, что я подготовил для нашего сотейника очень много испытаний, да и для всего набора в комплекте в целом. Итак, друзья, с чего же я хочу начать? Начать я все-таки хочу с духовки, где у меня сегодня запекается гнезда наших макарон с фрикадельками и сыром моцарелла. Только представьте, друзья, какое блюдо я смог для вас приготовить. Так, тарелочку поставим. Так, а где у нас делалась подставочка? Подставки принесите, друзья, пожалуйста. Друзья, принесите нам, пожалуйста, пока подставочку. Вот это прям можешь на тарелочку поставить. А мы прям сделаем сейчас вот так вот. Мы сейчас вот так. Ага. И сделаем... Ой, какие гнезда. Слушай, подожди, а как ты делаешь такое вкусное блюдо в виде гнезд вообще? Все очень просто. Берешь? Мы берем пасту, отвариваем ее альдента, выкладываем гнездами прямо нашу пасту, заливаем все это соусом, добавляем фрикадельки, сыр, моцарелла и запекаем. В конце добавляем немножко зелени. И поэтому у нас получится такое идеальное блюдо. Прекрасно. Посмотрите, какое аппетитное блюдо у нас получается в итальянском стиле. И вы так сможете его приготовить тоже, да, в духовке при помощи нашей сковороды-сотейника. Смотрите, у нас целый комплект. В комплекте вы получаете 12 предметов. Друзья, но все-таки я хочу рассказать о наших преимуществах нашей посуды, за счет чего мы можем получить такие идеальные блюда. Во-первых, это высокопрочная нержавеющая сталь, которая позволяет, соответственно, готовить блюдо, будем говорить так, с эффектом даже томления. А. Потому что, во-первых, сама по себе сталь, она равномерно распределяет тепло. И, соответственно, блюдо готовится равномерно, и мы можем готовить с эффектом томления. Но эффект томления дает не только сталь, но еще здесь есть уникальное свойство. Это пятислойное капсульное аккумулирующее дно. Друзья, здесь я готовлю рагу по-болонски. Это рагу готовится не менее 2 часов. И вот сегодня оно у меня вот в течение дня вот таким вот образом тушится, а скоро я выложу его на тарелку. И вы посмотрите, какая красота у нас получилась. Слушай, по-болонски, это интересно. Вообще, ты вот приехал с такими интересными рецептами. Сейчас будем все за тобой записывать. Ну что ж, хотите готовить так же, как наш шеф-повар Роман Степаненко? Звоните к нам прямо сейчас. И для начала закажите для себя хороший, качественный набор от бренда Белберг. Называется «Удачный». В комплекте 12 предметов. Разнокалиберные кастрюльки, сковорода, сотейник и подарок. Ну, многие думают, так, насколько это все качественно. Вот к моей кастрюльке, например, скажете вы, часто все прилипает и пригорает. Почему? А к вашей не будет? Оленька, давай говорить так, что есть у этой посуды много разных преимуществ. Но я тебе, кстати, хочу рассказать об одном и доказать, что наша посуда просто, я тебе так скажу, идеальна. В чем же дело? Итак, друзья, здесь мы сейчас готовим два вида каши. Ага. Ну, по сути, это один вид каши, рисовая. Но, друзья, здесь мы используем ту посуду, которая есть у вас дома. И смотрите результат. Это частое событие, которое происходит с вашей кашей. Каша пригорает. Посмотрите, что получилось. Да. А знаете почему? Почему?
Вот, видите, это ваша посуда, потому что у вас в вашей посуде обычное дно. А теперь давайте посмотрим нашу посуду. Выкладываем кашу, которая, смотрите, приготовилась, осталась яркой, вкусной. А все, друзья, за счет пятислойного капсульного аккумулирующего дна. Только посмотрите, какой результат. Как же устроено это дно? Дно нашей посуды состоит из пяти слоев металла. Это алюминий и сталь. Алюминий, соответственно, позволяет равномерно и быстро разогреться дну, а сталь это тепло удерживает. Соответственно, также защищает его при высоких нагревах от деформации. Соответственно, посуда будет служить вам долго, а вы будете экономить время на своей кухне. Здорово. Вот так. То есть, получается, не пригорает, долговечная, хорошая, качественная и с пятью слоями, чтобы прогрелось все максимально. Что мы будем готовить в наших новых кастрюлях? Мы можем готовить все, что угодно. Мы можем приготовить кашу, можем приготовить любимые тушеные овощи, приготовить перцы, сделать отличное мясо. Поэтому, друзья, готовьте с любовью, готовьте с наслаждением. И не бойтесь, что ваши блюда, с вашими блюдами что-то случится, потому что с хорошей посудой у вас будет всегда все идеально. Ром, скажи, вот ты когда сейчас был в Сочи, да? Скажи, как вот такую похожую хотя бы посуду использовали для готовки? Слушай, у нас было несколько, да, похожих наборов именно с пятикапсульным дном, о котором я хочу рассказать еще раз, друзья. Угу. Что такое пятикапсульное дно? Поясню. Но давайте обратим внимание, вот только что вам показывали ручки на наших кастрюлях, и вы обратите внимание, что они цельнометаллические, да, ручки, и, соответственно, можно не бояться, что с ними что-то случится в духовке. Они не пригорят у вас на плите. Соответственно, набор посуды будет выглядеть всегда идеальным, и с ним ничего не случится. Они, кстати, очень крепкие, надежные и прочные. Uh-huh. Вот. Но, друзья, готовить наши посуде можно не только там тушить, жарить и запекать, да, но и готовить даже с эффектом томления. А с эффектом томления, поверьте, готовить может далеко не каждая посуда. А достигаем мы этого эффекта за счет пятислойного капсульного аккумулирующего дна, которая аккумулирует в себе тепло и энергию. Тем самым мы, соответственно, экономим время, мы экономим наши силы, а блюда получаются более вкусными и готовятся гораздо быстрее. Вот это «быстрее» мне нравится из твоих уст. То есть, получается, я не буду долго стоять на кухне, все по-быстренькому, вкусненько. Все быстро ты будешь готовить, как настоящий профессионал. А вы хотите готовить, как настоящий профессионал? Звоните к нам на телеканал «Шоп-н-Шоу».